Всем привет, я Гела, и сегодня, девчоночки, я проснулась, и просто взрыв у меня в телефоне, сотни-сотни поздравлений уже, понимаете, спасибо вам огромное, большое спасибо, столько поздравлений, я еще с 8 марта не дочитала, они вниз уходят, там добавляются новые, но я обязательно все прочитаю, большое вам спасибо за любовь, за такое внимание, за такие добрые, теплые слова. Я тоже, в свою очередь, от души поздравляю вас с вашими праздниками, потому что я не могу лично сотни-сотни тысяч человек поздравить, да, поэтому я вас поздравляю тоже от души, желаю всем нам здоровья, счастья, мирного, чистого неба над головой, радости и весны в душе, понимаете, девчоночки, это так приятно. Я последнее время не так уж, знаете, вспоминаю про свой день рождения, может, это потому, чтобы, знаете, особо там с каждым годом вспоминать о своем возрасте, не знаю, ну, как-то не знаю почему, в общем, не так, как раньше там мы ждали в молодости, да, с помпой отмечали, сейчас такого нет, но ко мне приедут дети, я сейчас буду собираться, готовиться, вот, но утром, когда встала, я думаю, ну нет, нельзя не отметить вниманием этот день, раз уж у меня сегодня день рождения, сделала вот такую небольшую нарезку из ранних там и не ранних видео, небольшую, чтобы как-то все-таки с вами тоже отметить, чтобы вы чувствовали, что я с вами, девчонки, спасибо вам большое, спасибо вам огромное от всей души. Thank you.